Более 3 лет в Люберцах работает клуб «Активное долголетие». С 2020 года участниками проекта стали более 9000 люберчан. Каждый здесь нашел занятие по душе и друзей по интересам. Подробности в сюжете Богдана Колесникова. Клуб «Активное долголетие» объединяет женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. Компьютерная грамотность, танцы, гимнастика, настольный теннис, аэробика, скандинавская ходьба и многое другое. В последние дни уходящего года самые активные долголеты встретились, чтобы поздравить друг друга. Вот, отлично! Такие встречи питают энергией и желанием идти к своим целям. А еще всех объединяет любовь к жизни. Это стиль жизни. Это для многих это единственное, что вообще есть вообще в жизни. Потому что потеря близких, да, это такой возраст уже 60+. Поэтому для нас это вот общение, это дух наш. Понимаете, мы этим живем. Ну, я катаюсь на горных лыжах, на коньках, на наших люберецких, на обычных лыжах. Скандинавская ходьба, йога у нас и здоровая спина. Ну какой же праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Новогодние волшебники приехали в Люберцы с подарками, которые отсылают долголетов к знаменитому советскому фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Заряд бодрости, здоровья, все получаем, потому что ходим и на скандинавскую ходьбу, и на гимнастику, посещаем экскурсии. В общем, полной жизни живем. Хочу пожелать на долголетам здоровья, 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 чтобы больше ходили, принимали участие во всех мероприятиях. Тогда будет все хорошо. Всем нашим друзьям, всем нашим детишкам, мальчикам и девочкам здоровья в новом году. Всем, у кого здоровье, счастье, всех, у кого есть счастье, чтобы был достаток и хорошее настроение. Да, мы всех люберчан поздравляем с праздником, с наступающим Новым годом и с Рождеством. Ведите себя хорошо и ждите подарочки под новогодней елочкой. Записаться на занятия клуба можно через портал долголетиемусрек.ру, а также в клубе «Активное долголетие» по адресу город Люберцы, улица Куракинская, дом 5. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.